Доброго всем, мэры и господа, с вами снова Рива. Сегодня у нас очередная серия игры под названием City Skylines. Ну что ж, а многим понравилось, как я начал строить эти дороги необычные. И, ребята, спасибо большое за ваши оценки, за то, что вы оцениваете мои архитектурные навыки. Во, вот как-то так, да? В общем, ладно. Вообще, зачем я вот такие дороги сделал, вы сами знаете. Это из-за того, чтобы пробок не было. Ну, есть, конечно, пробки. Вот если и здесь посмотреть, здесь у нас получается большое скопление разных машин. И если присмотреться, то все эти машины едут... Я не знаю, они пользуются этой дорогой. То есть они... у нас получается два района таких, да? То есть две половины. Посередине города проходит огромный город. Огромная дорога длинная. А что у нас здесь пожар идет, а никто не тужит? Подождите, стоп. Пожарные, вы где? А, вот они едут. А, ну да, конечно. Они сейчас еще будут стоять. А вот они подъехали. Успели? Успеваете? Все, потушили, наконец-то. Ладно, поехали дальше. Короче, мне надо что-то придумать с этими дорогами. Потому что действительно, вот здесь вот просто... Ну, так себе пробки, конечно. Не такие они уж прям сильные, большие, плотные. Ну, есть, конечно, кое-какие пробки, заторы происходят. А вы знаете, да хрен с ним, пусть там будут пробки. Ладно, давайте тогда сделаем следующее. Я все-таки хочу добить этот город. Здесь его сделать. Не знаю, может быть, его соединить как-то? Большой дорогой? Может, попробовать сделать? Типа такой перекресток? А? Как вам такая идея? Сейчас мы с вами попробуем что-нибудь предпринять. Так, здесь у нас получается вот так вот. Ну, мне кажется, здесь не надо такую большую дорогу делать, потому что это типа как... Ну, вот так вот, если только, да? Во. Уплотним немного город. Хотя у меня политика была иная вообще до этого дела. То есть я сначала хотел сделать такой город неплотный. Так, сразу соединяем это все дело. Ну, для того, чтобы там, если будут землетрясения и прочие, да, всякие проблемы. Сейчас у меня уже чуть-чуть другая тактика. То есть я буду все-таки уплотнять разные эти города. Так, здесь у нас будут плотные жилые комплексы с высокой плотностью и коммерческие с низкой плотностью. Почему с низкой плотностью? Потому что тоже низкая плотность тоже нужна. Я всегда раньше фокусировал свое внимание, вернее, на вот коммерческие зоны высокой плотности и все. А низкой плотности я как бы не делал. Хотя нужно делать, временами, местами нужно обязательно этим заниматься. Так, ну что ж, здесь можно тоже, в принципе, давайте сейчас ускорим время, посмотрим, как будет продвигаться дело. Нам надо тоже парк, как он поставит сюда. Площадь Парадокс можно сюда поставить тоже, пусть они радуются. Вот так вот. Так, ну и электроэнергия у нас, по идее, должна работать. Давайте вот это вот отсоединим. Она сейчас сама, по идее, должна набрать обороты. А, кстати, если вы помните, у нас недавно появилась возможность построить АЭС, атомную электростанцию. У меня есть, да, на это деньги, но пока что я не вижу вообще смысла что-либо строить такое. А, ну да, понятно, я здесь воду, да, отключил им. Да уж, плохо, ладно. Все-таки я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, удалю все это дело. И построю просто этот другой водяной насос где-нибудь в другом месте. Так будет лучше, я думаю. А это дело просто мы с вами уберем. Что тут, вода наполнилась, да, вроде бы? Почти, можно сказать. Все почти наполнилось. Так, убираем это дело. А нам надо построить, знаете, что-нибудь другое. Что-нибудь нормальное. Воду чистую, да, например. Вот здесь вот, в принципе, у нас вода чистая. Здесь у нас вода грязная.
Течение идет в ту сторону, да? Ну, давайте вот сюда вот построим. Раз, два, три. Раз, два, три. Эй, елочка, гори, скоро Новый год, скоро Новый год. Гребаный Новый год. Блин, как так быстро года летят просто, ребята. Это просто, я не знаю. Я даже не знаю, что и сказать, дорогие друзья. Вроде бы только-только 15-й год встретили, уже 16-й. Только 16-й, уже 17-й. И вот так вот и жизнь пролетает. Так, ладно. Ну что, хватает или еще надо воду? Все плохо. Все плохо. Еще надо воду. Опа. Ну давайте 3 штуки еще построим. Блатные трубы возьмем вот так вот. И... Все так же плохо. А нет, неплохо. Ну что, все. Кстати, вода почему-то опускается, поднимается. Чуть не, я не понимаю, если честно. Течение, конечно, классное здесь, да? Нам надо чуть ниже сделать вот так вот. Потому что я не понимаю эту воду, почему она тут отпускается. Давай, 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 давай. Вот сюда. Придется трубу поменять еще, блин. Ладно. Сносим. Все вроде. Да, вроде все. Так, ну что, мы с вами убрали это дело. Так, здесь что у нас тут получается? Да, уже потихонечку здания поднимаются. Они просто строятся, да? Мы, кстати, большую больницу не построили. Почему, я не знаю. Нам надо большую больницу построить, знаете, где-нибудь. А давайте, да здесь, в принципе, у нас и так центр города, я думаю, да? Вот здесь вот как раз и построим его. Вот так вот, огромная большая больничка. Пусть она здесь прям находится, возле этих каруселей. О, здесь у нас еще и вертолеты полетели куда-то. Ну-ка, подождите, куда они, интересно, полетели? Куда же он, интересно, сядет? Ну-ка. Поход кого-то ищет. Это медицинский вертолет? Или я не пойму, что это за вертолет. А, это полицейский вертолет. Он там кого-то палит, походу. Погоня какая-то, наверное, идет. Они сверху снимают. Репортаж, как это обычно в США бывает, да? Смотрите, мачты уже почти не видать из-за этих зданий. Так, у нас здесь вот пустые вот эти вот поля. Нам надо как-то их исправить, да? Нам надо хотя бы... А деревья, что ли, сюда посадить? Вместо вот этих вот пуст... Блин, где эти деревья-то? Вот они. Пальмы, например, можно, да, поставить сюда вот. Смотрите, вот сюда вот деревья посадить побольше и все. Все-таки разработчики не добавили возможность... например, там квадрат выделить, да, и в этом, в определенном квадрате будет деревья. Нет, такого нету, оказывается. Ладно. А есть, кстати, моды, я видел, да. Кстати, я играю вообще в чистую игру, без модификаций. Вполне нормально играется, если честно. Я раньше думал, что вот, без модов невозможно в нее играть. Нет, оказывается, нормально все. Все просто прекрасно играется, прям на ура. Так, ладно, давайте вот это вот деревья еще досадим. Вот так вот. Да, придется немного помучиться. Помучиться. Эта игра всегда требует терпения. Чего у нас тут не хватает? Чего у нас там показывается? Недостаточно товаров для продажи. А что так? А что так плохо для продажи? Товаров недостаточно. Вы что творите-то, ёптать? Нам надо, кстати, этот метро еще построить. А вообще коммуникации улучшить. Потому что что-то мне кажется, наши жители любят пользоваться автомобилем. А это не есть хорошо, потому что уже не хватает дорог у нас. У нас очень много автомобилей. Я вроде бы автобусы, остановки построил везде.
Нет, им не хватает. Им надо что-то, что-то с чем-то. Так, ладно, давайте здесь автобусную остановку построим. Вот отсюда. А что это? Создать новый маршрут. Отсюда, а? Вот здесь. Вот здесь. Вот сюда. Молодец. Ай, молодцы. Так. Все такие довольные, прям хорошие. Так, ну и здесь создадим остановку. Потом здесь, потом здесь. Ну, я думаю, хватает, да? Достаточно. Давайте, ребятюли. Самое главное, голосуйте за мэра Римаса, дорогие друзья. Так, почему он туда не хочет пойти? Что-то я не понял, почему он так? Так, давайте вот здесь вот тогда поставим. И обратно сюда. Все. Это у нас новая такая. А, новый маршрут, вернее. Ну и это у нас такой будет желтый. Тот вроде поносовый цвет был, а сейчас желтый, желтый, нормально. Во, смотрите, ребят, у нас, оказывается, порт нормально заработал. Да, вы посмотрите. Кстати, нам надо еще товарный порт построить, чтобы наверняка, а то у нас, видите, товаров не хватает. И еды не хватает, и товаров, то есть у нас с импортом, с экспортом. Кстати, по поводу еды и воды, я вот что-то не пойму, что тут... Что тут надо? Ребята говорили, что надо навестись просто туда и все. А, больше убежище, так-так-так... Могут отзывать так-так-так, пока появится убежище, практически не... Угу. А, количество автобусов для эвакуации 10. Горожан в убежище там практически нет. Еда. А что с едой делать-то? Удалит маршрут эвакуации. Эвакуирует горожан. Перемести здание. Не хватает еды. А, проверьте, достаточно ли промышленных зон, производящих эти товары. То есть, а, нам надо промышленные зоны, чтобы они производили эти товары. То есть, у нас вот здесь вот, в принципе, еда есть, да? Ну да, я так понимаю, еда. Еда и сельское хозяйство, это как бы одно и то же, да, мне кажется, или нет? Или нет? А, или нам тупо просто надо промышленную зону какую-нибудь построить все-таки, да? И все. Давайте построим промышленную зону какую-нибудь. Ладно, хрен с ними. Так уж и быть. Построим промышленную зону. О, тут у нас поезды уже вообще работают, да? А, я не знаю, я не хотел промышленные зоны строить возле жилого, да, там, массива. Вот здесь вот я хотел построить и вообще не париться. Правда, у нас здесь и так есть очень много, да? То есть, ну ладно, давайте тогда побольше построим сельское хозяйство. Я думаю, все-таки мало у нас этого дела. Как ни крути, все равно мало. Ну, если мое зрение, меня зрение не этот... Здесь нефть можно добывать, кстати. А где у нас еще можно сделать? Промышленную зону купить-то. А, вернее, поставить. Вот здесь вот, да, вот сельское хозяйство у нас здесь есть. Но, к сожалению, купить мы здесь ничего не сможем. Друзья, ничего не сможем сегодня здесь купить. Как же это все печально. Мои внучата. Так, подожди. Вот здесь можно сделать. Угу. Ну, давайте тогда лесопилку пока что поставим. У нас лесопилки, да, еще не было. Прям в этом массиве. Построим лесопилку и все. И будет вам чики-поки. Да, вот здесь вот поставим. Многие просят, просили, кстати, построить лесопилки. Мы как раз здесь и начнем это дело строить. Прям отсюда начнем. Вот так, хопа. Хопа. Большие, широкие дороги буду ставить везде, друзья. Везде.
А здесь лесопилка тоже нужная вещь. Так, отопление. Что у нас там, кстати, с отоплением? Нормально. Отлично с отоплением все. Катастроф давно не было, кстати, да? Друзья мои. Я все-таки понизил опять интенсивность катастроф, потому что, ну, уже немного поднадоело. И поднадоели эти катастрофы. Уже охота, знаете, спокойной жизни. Ну, как бы, они у нас есть, эти катастрофы, ну... они будут более реалистичны. А то, блин, каждые 5 минут там то торнадо, то метеорит упадет, то еще что-нибудь. Романтика. Романтика. Так, подожди, здесь у нас политика. Политикос, обработка, повышение налогов жилых сезон. Зачем здесь повышение? А, они, походу, сохраняются, да? Ладно. А здесь мы с вами построим... лесная промышленность, да. Так, лесная промышленность будет и... Вот эти вот дела. Можно, в принципе, сюда построить. Вот это дело. Не, вот здесь не надо. Здесь у нас будет лесная промышленность. Only лесная промышленность. Вот так вот. Так, и... Еще раз проверим. Отлично. Так. Пожарная безопасность нам бы, конечно, здесь не помешала. Поэтому нам придется все-таки... Хотя, стоп, поликлиника. Пожарная машина, в принципе, доезжает до сюда, да? Смотрите. Я не вижу никаких проблем. Мои дорогие друзья. Кстати, здесь вот можно было построить пожарную станцию большую. Чтобы не париться. Да, рядом... А рядом вот это вот убрать. Так... Отлично. Пожарная станция, она намного больше охватывает, да, и это как бы намного лучше здание, чем маленькие вот эти вот. Так, что у нас тут есть? Лесопилки работают, не работают? Что-то они, походу, не хотят у нас работать. Надо бы, конечно, еще подвести сюда еще одну какую-то станцию, чтобы... А то у нас чересчур, мне кажется... Сколько здесь у нас... Ой, здесь... Конечно, большие пробки почему-то получаются. Но поезд нормально работает. То есть, если у нас... У нас составы, просто состав за составом. Посмотрите, ребят. Они прям в очередях стоят. Это говорит о том, что у нас действительно хорошо все работает. И нефть и экспортирует, импортирует. Это прекрасно. Это просто отлично. Так, здесь у нас все-таки... Что-то у нас здесь ничего не хотят строиться. Вроде бы потребность промышленной зоны есть, а они не хотят ехать. Давайте все-таки еще одну станцию построим. Железную дорожную станцию, друзья мои. И прям сюда. Я не знаю, сможем ли мы ее сюда как-то... А, у нас вроде бы там есть это, да? Ну, давайте тоннельчик построим. Тоннельчик с вами построим и отправим его туда. Так, давайте ниже. Вот так вот. Теперь выше. И... Так точно. Мы его прям сюда и соединяем. Во! Вы посмотрите, как это классно заработало-то, а? Профессиональный, вернее, обалденный мэр. Он знает, как нужно вкладывать деньги и как их нужно тратить. И как их нужно собирать, кстати. Налоги тоже собирает же, да, Римасенок? Так, нам бы переработка отходов бы, где, знаете, вот здесь вот построить. Это, конечно, плохая идея, но нам нужно это дело строить именно сюда. Так, ну и можно это дело не соединить. Хотя, давайте соединим. Она у нас, конечно, электричество не потребляет. Она, наоборот, у нас вырабатывает за счет мусора. Так, две машины уже выехало. Три машины. Ну и смотрим здесь. Что тут у нас? Что такое? Недостаточно покупателей товаров. Сейчас все будет. Не переживайте.
Кстати, лесной... вот здесь вот у нас уже леса есть, оказывается, да? Вот оно что, я же забыл, я думал, что у нас нет. Ну ладно, хорошо, мы, в принципе, что, никогда не помешает еще одна, да, эта лесная промышленность. Так, а что у нас тут? Вот так вот. Во. Вот теперь будет чики-поки все. А, опять не хватает рабочих. Эх, рабочие, рабочие. А, нам надо, кстати, им автобусную остановку проделать. Проведем, давайте им автобусную остановку. А чё? А, вот, вот, два. Два, три, четыре, пять. Слишком много, да, автобусных остановок получается? Ну, ничего страшного. Так, и дальше куда мы поедем? Мы поедем... Так, здесь у нас промышленная зона. Я не помню, где тут у нас... А, здесь у нас квартиры, да? Ну ладно, давайте сюда поставим несколько остановок. Раз, раз. Ой, тихо, тихо. Вот и все. А ты боялась. Даже юбка не помялась, да? Давайте синий цвет сделаем. Вот так вот. Ага, у нас уже автобусы выехали. Где тут у нас автобусное депо? Вот оно, смотри, видите? Синие автобусы. Поехали. Их очень много. Их очень много. Ну давайте, ребята. Кстати, у нас сейчас будет молния, походу, да? И опять будет проблемы с погодой. И опять придется эвакуировать своих ребят. Так, у нас уже 470... Сколько? Да, 479 тысяч. С деньгами вообще у нас теперь проблем нет. И это радует. Это просто обалденно как радует. Ага. Еще мы можем местами, знаете, что построить? Дома прям сюда построить и все. И у нас в убежище... Это что такое-то? Тут что-то у нас неслось, походу. А я не знал, что надо было ставить. Так, дома, дома, дома строим. И промышленные зоны. А вернее, коммерческие зоны. Низкой плотности. Рынок органических продуктов. Магазин стильной одежды. Большая аптека. Магазин стильной одежды. Супермаркет. Это радует. То, что такие магазины еще живы. Нам надо просто наполнить эти районы. И все. И не париться. Так, нам надо, кстати, еще парки построить. Их вообще нет у нас, да? Ой, не могу построить сюда, да? Ладно, давайте сюда еще воткнем. Еще одну. Еще одну. И вот сюда еще две штуки. Вот так вот. Кстати, здесь мы вообще забыли, да? Вот эти дома сейчас, наверное, сильно повысятся. Вот так вот. Вы обратите внимание, друзья мои, сколько я получаю в неделю? 22 тысячи, 23 тысячи. Это просто невероятно. У меня, кстати, давно такого дохода не было. Просто обалденно. Ну что, а итого, что мы с вами сделали сегодня? Мы с вами построили вот этот вот райончик. Плотный, да? Вы посмотрите, как он классно застроился прям. Давайте посмотрим, что тут у нас требуется. Давайте еще, наверное, с вами пожарную безопасность все-таки поставим. Потому что здесь у нас, видите, красная. А это не есть хорошо, нам придется пожарное депо построить сюда. Можно еще и поликли... А, не, у нас больница рядом находится. Полицейский участок.
Он вообще у нас не работает. Во. Все такие довольны, хорошие. И школу еще построим сюда. Среднюю. Младшую, вернее. Среднюю школу. И все. Да, нам надо еще одну младшую школу построить. Кстати, вот в этом районе у нас вроде бы школ очень мало. А это не есть хорошо. Нам надо сюда. Вот сюда хотя бы школу одну поставить. Вот так вот. Во. Кстати, у нас односторонняя дорога здесь и здесь, да? Получается. Да. Нам надо тогда эту школу сюда поставить, мне кажется. Что-то мне не нравится эта дорога здесь. Слушайте, может быть, ее куда-нибудь сюда построим, а? Давайте сюда переставим. И все. В центр прям. Так, хорошо. И здесь продолжим. Да, вот здесь вот будет намного лучше. Так, еще раз вернемся к школам. Средняя школа есть. Вот среднюю школу нам надо тоже строить обязательно. Мы же младшую школу построили, да? Теперь осталась средняя школа. Ну, давайте ее сюда воткнем. Школа, школа, я скучаю. Ну, что там? Хватает, нет? Эх, что-то не хватает, говорят мне, школьников. Это что-то плёхо прям, все плёхо. Плёхо все, ребята, плёхо, очень плёхо. Так, ладно. Средняя школа. Ну, раз у нас здесь две средних школ, я думаю, можно еще... Одна, вернее, средняя школа, можно еще вторую поставить. Куда-нибудь рядом, и все. И не париться. У нас же вроде бы здесь город нормально такой, да, разрастается, хотя... Стоп, у нас же вроде бы здесь политика... Такая... Сикая. Я имею в виду политика без образования. Ну как, среднее образование, по идее, должно быть, но не высшее. Специально сделал так, чтобы рабочих хватало. Ладно, давайте еще одну сюда построим. Ой, что-то у меня в ушах, ребята, визжит, пищит, как будто кто-то реально что-то вспоминает. Ремасенка думает, ай, ремасенок такой-сякой. Еще одну школу поставим сюда. Школа, школа, я скучаю. Что-то у нас очень много школ. Ну, зато мэр Рима знает, да, что нужно делать. Фух. Ну и под конец, друзья мои, давайте построим какую-нибудь большую. Вот это вот здание, любимая моя. Вот это вот мы сюда прям построим. Вот так вот. Башня транспорта называется это здание. Ух ты, мать твою. У нас здесь пожар. У нас здесь, ребята, лесные пожары пошли. Лесной массив загорелся просто тупо. Вертолеты, давайте. Тушите. Тушите, ребята, тушите. Быстро, быстро, быстро. Так, пожар машины уже заехали. Вот это жесть. Вот это я понимаю. Очень страшно, ребята, очень страшно. Так, ну вертушек я еще не вижу. Так. Молодцы, справились. Молодцы. Просто молодцы, справились. Ну и вот эти вот обгорелые деревья, они по-новому просто разрастятся и все. Видать, кто-то тут бычок, наверное, курит, наверное. Курильщики всякие сюда бычок кинули и все это дело полыхнуло. Ну что ж, друзья, это была очередная зима. Ой, ты что ли, мой шайтан, мана, вы посмотрите. Здесь у нас тоже опять лесные пожары пошли. И самое интересное, что никто ничего не предупреждает. Ну, в принципе, это хорошо. Это значит, вертолеты наши справляются. Пожарные вертолеты. Давайте все-таки еще одну возле... Я не знаю, можно здесь построить, прямо возле воды, да? Возле воды лучше все строить. Во! Вот здесь вот. Ну что ж, друзья, до скорых встреч. Спасибо большое за то, что вы смотрели это необычное видео прохождение. С вами был Римас. Подписывайтесь, если вы впервые. Всем удачи!